Ну, то есть я вот так понимаю, что мы с вами так и не договоримся, что есть наркотик, что нет наркотик, потому что я читал там ваше интервью, вы говорите, что и рок-музыка, в общем, ну, психоделическая, наркотики. Я так не говорил. Я говорил аккуратней. Так. Я говорил, что последователи некоторых рок-направлений... Ну, вы и Битлз, и Пинк Флойд называли. Да. Немножечко через лидер Пинк Флойд всю свою музыку написал под коноплей. Угу. Очень хорошая музыка, я не знаю, под чем хорошая она музыка, да. Только субкультура, которая вокруг Пинк Флойда. Угу. Я помню, один молодой человек еще в 70-х годах мне говорил, ну как можно слушать Пинк Флойд, не покурив конопли? Ой, ну просто вот мы точно не договоримся, не придем к общему знаменателю. Нет, то есть не придем. В формате 24 минут это просто не получится. Давайте поговорим о другом. Нет, у нас... Есть мировая договоренность, что некоторые вещества являются наркотиками. Не все мировые договоренности справедливы и адекватны. Вот давайте на этом поставим точку. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».